Допустим. Давай, мы снимаемся. Ну вот, видишь, пауза. Хоп, ты нажал. Все, вот продолжается опять. Что ты говоришь, моя ласточка? Да. Это моя Владюшка. Да. Ну не моряк, но в майке. Был не моряком не будет, он будет газовщиком. Ага. Мне и так одногруппники в это прозвали уже. Там, из службы, из газовой службы. А, пержу часто. Газмос. Газ. Или как был кино тут? Мосгаз. С ключом бучка. И бабушек пугать. Вот, видишь? В плаще. А ты что там всем пердишь при всех? Ну нет, в смысле, на разговор-то идет. На военке. Сейчас на тебе покажу. На военке. Да. Мы же там все пацаны. Прикаляемся. Да мы все так там делаем. Да. Газ. Да. Да. А что или, тут? Или для проверки. А он придумает так название. Да я думал, для какой-то проверки. Да, на проверку. Немножко проверку. Вон у меня внучок такой богатырек. Газ мозг будет. На пятерке закончил ага. Курс, чего ему? Бабушка отличница. С ключом придет. Есть мама отличника, а я бабушка отличника. Точно, вот надо написать. Ну, мне охота менять только. Вот, он отлично заканчивает. Ну, у него этих даже нет угрей, тут ничего, как у мамы отличника, мама отличника. Ну, очки, правда, есть, но не носит. Ну, не носит. Но он за машину водит в очках. Вот он у меня какой красавец. А что это вот здесь, интересно, только похвалилась. Родинка. А, извиняюсь. Вот мы какие красавцы. Завтра у нас какой план? Не знаю. Ну, придумаем за вечер. Газовщик. Послужим Родине. Да. Мы Родину любим. Мы за Родину душу отдадим. Но жить хотим. Угу. Надо жить, учиться и работать на благо Родины. Вот такой канал у меня веселый. Сам себе режиссер. Все посмотрите, все будете довольны. Пока-пока.